дорогие друзья, бабушки и дедушки, мальчики и девочки. Да, такое сказочное начало, оно действительно должно соответствовать сказке. И правда, сегодня вы встретитесь с замечательным сказочником, с Львом Константиновичем Атамановым, который в свое время сделал все сказки, которые годятся для всех времен, для всех племен, для всех народов и для всех поколений. Это «Снежная королева», «Аленький цветочек» и многие-многие другие сказки. Лев Константинович и сам-то похож на Оля Лукоя, доброго волшебника, с зонтиком из сказки «Снежная королева». Давайте посмотрим. Слушайте и смотрите. Это самое начало. Это сказка про белого бычка, один из первых фильмов, созданных на студии «Межрапомфильм» вместе с Владимиром Сутеевым. У вас редкая возможность увидеть фрагмент из этого фильма, в котором основная мысль – это то, что все всех едят, несмотря на мирные заверения. Едят всех, включая пионеров. Этакий «Гринпис» по-советски. «Пес и кот» – это армянская сказка, написанная Ванесом Туманяном и сделанная в Армении же, где Лев Атаманов организовал анимационную студию. Смотри, какой замечательный национальный колорит. А потом была война. Во время войны Лев Атаманов служил в армии в Ленинакане, на турецкой границе. Это было тяжелое время для всей страны и для семьи Атаманова. «Желтый аист», как и все другие фильмы Атаманова, были сделаны уже на Союзмультфильме. Все фильмы его стали мировой классикой. Они получили множество призов и наград, но главное – любовь зрителей. Остановишь меня и скажешь «довольно», все твое золото превратится в черепки. Золото! Черепки! Денежки! Вот. Я вырастил ее для тебя. А эту я вырастил для тебя, Герда. Много чудес в ее холодном дворце. Есть в нем ледяное зеркало. Снежная королева глядит в него и видит все свои владения. Только что Кай и Герда смеялись над «Снежной королевой», а «Снежную королеву» озвучивала гениальная Мария Ивановна Бабанова, вы слышали ее голос. Лев Константинович вообще работал с разными актерами, с разными художниками, с разными композиторами. Его диапазон был чрезвычайно широк. И несмотря на то, что все фильмы его, конечно, сказки, они чрезвычайно разнообразны. А вот и голос. Еще один новый голос. Это Татьяна Ивановна Пельцер. А называются они Божьи телята. А в этом фильме
художник Виктор Никитин. Совершенно необыкновенный мастер по колориту, по цвету, по стилю. Композитор Никита Богословский. А в этом фильме художник Битструп. Композитор Альфред Шнитке. У пони длинная челка из нежного шелка. Он водит. Здесь автор сценария Юна Морец, а поют Татьяна и Сергей Никитины. Сценарий Семёна Лунгина. Здесь сценарий Григория Остера. Самое подходящее имя для котенка – Пушок. Или Мурзик. А мне больше нравится Гав. Лев Константинович был волшебником и для своих близких, создавая в их жизни теплую сказочную атмосферу. Мне так повезло, что родилась в семье Атаманова Льва Константиновича, поскольку это, конечно, был удивительный отец у нас человек. Я говорю «нас», потому что, значит, у меня есть старшая сестра Наталья Атаманова. Вот. Нам, конечно, детям очень повезло с таким отцом. Таких вообще людей, как отец, было мало и есть мало. И я думаю, что такие, в общем, рождаются не очень часто. Это был человек очень отзывчивый, добрый, очень много знающий. Отец просто была ходячая энциклопедия. Папа родился в не очень богатой дворянской семье. Дед был востоковедом и математиком. Семья была очень дружная, счастливая, хорошая. Но, к сожалению, отца очень рано умерла мать, и воспитывала его тетка. Тетка Наталья, которая его безумно любила и баловала. А здесь маленький Лев с отцом и с сестрами. А здесь справа Люси, сестра актрисы и танцовщица Бонна, сестра Тамара и Лев Константинович в костюме юного Наполеона. А в центре этой фотографии Лев Константинович, а справа от него отец. Эта фотография примерно 23-го года, когда научился в мастерской Льва Кулешова. До этого он недолго проучился в Плехановском институте, но, вопреки воле отца, не стал математиком, а страстно заинтересовался кино, а позднее влюбился в анимацию. Юрий Меркулов и Даниил Черкес привели его на студию «Межрапомфильм». А вот на этой фотографии, шуточно, он с аниматором Александром Беляковым. Первые опыты в анимации. Со Львом Кулешовым Атаманов работал над фильмами «Приключения мистера Веста в стране большевиков», а потом «Луч смерти», который вы сейчас увидите. Лев Атаманов получил настоящую режиссерскую школу, и поэтому его анимационные фильмы выглядят как игровые.
всю историю фамильную, семейную моей мамы. И, естественно, я знаю историю их любви, которая тоже совершенно поразительна, потому что вполне она как бы напоминает рождественскую историю, или, как сегодня сказали, мыльные оперы. Потому что папа видел первый раз мою маму под елочкой в доме своей сестры. Девочка выросла, они поженились. И он умчал ее буквально в белом авто в новую жизнь. Это кадры мелодрамы из дачной жизни, поставленной Львом Атамановым и снятой любительской камерой в конце 50-х годов. Герой-любовник, знаменитый режиссер-мультипликатор Иванов Вано. Все это снято на даче в Тучкове, где все они жили. Женщины могут так вот с гордостью и сказать, что вот их мужья им постоянно носили цветы на протяжении всей жизни. Но вот мама как раз была одной из тех самых счастливых женщин, которые носили цветы практически постоянно и на протяжении всей их долгой-долгой совместной жизни. А вот даже зимой вот папа трогательно очень из-за пазухи доставал там какой-нибудь букет цветов, чтобы они не замерзли. Колобовском у нас была не наша квартира, мы ее делили с папиной сестрой пополам, поэтому мы не жили в отдельной квартире. У нас была одна комната, за какую-то взятку разрешили перенести загородку, чтобы был еще маленький закоулок. Была как бы двухкомнатная, это было полуподвальное помещение. И отапливались мы печкой. Всю жизнь мы ходили с обожженными ногами, кстати, потому что мы отапливались еще утюгами и кирпичами, чтобы сырости вот это не было. Значит, мама на газ ставила утюги, кирпичи, и, значит, подсовывала под мебель, там под столы. Поэтому, не знаешь, так бум, ногу под стол, и нога уже с ожогом. Это вот так мы жили в Колобовском. Вот, но несмотря вот на такие, в общем-то, не очень, я бы сказала, удобства квартирные, мы жили очень весело, дружно. Это и есть та самая квартира в Колобовском переулке вблизи Цветного бульвара. Когда собирались гости комиссии, спрашивали, а папа будет? С замиранием сердца, потому что отец, он сумел создать такую атмосферу для моих друзей, для друзей моей сестры, в которой было как-то всем одинаково интересно, одинаково весело. Вот один из многочисленных эпизодов. В гостях у Атамановых Иванов Вано, Семен Гинзбург, Дмитрий Бабиченко, все с женами, и сестры Валентина и Зинаида Брумберг. Вечно учился, вечно стремился к знаниям, к новому. Это просто как бы неотъемлемая была часть отца. Он безумно любил книги, читал все. Диккенса обожал и читал Кафку. Читал, как в то время мы все читали, из-под пала Солженицына. Отец именно жил. Он до последнего жил. После вот смерти отца врачи, которые лечили отца, они все пришли, кстати, на гражданскую панихиду. Вот что они сказали, помимо того, что это прекраснейший режиссер, это безумно мужественный человек. На нашей практике практически не встречали таких мужественных, выносливых людей. У него были безумные боли, он переносил достойно мужчине, именно мужчине. Лев Константинович Атаманов был сказочником и волшебником также и для своих коллег.
Лев Константинович, вот для меня, я буду говорить только о себе, для меня не то, что режиссер, не то, что старший товарищ, не только, вернее, он для меня был, ну, и учителем, и духовным отцом, и примером почти во всем моей жизни. Потому что как он себя вел в семье, как он общался с Ларисой Михайловной, как он общался со своими девочками, там его родная сестра жила, как он на студии общался с людьми, как он буквально, ну вот, не только там известные какие-то и режиссеры, и художники, вот любой сотрудник студии, вот заливщица, вот фазовщик, уборщица, неважно, кто бы то ни был, как он всегда вставал, когда входила в комнату. Вот любой человек. Как он умел вести доброжелательный разговор. Как он вообще, как он светло и легко общался с людьми. Вот для меня лично, ну не только для меня, я думаю, для всех, которые его окружали, это было, ну, большой жизненной школой. Датская сказка Андерсена «Снежная королева». В те времена даже и думать невозможно было о том, чтобы куда-нибудь поехать, собрать материал, посмотреть, пообщаться. Мы много времени проводили, я вспоминаю, в Ленинской библиотеке. Как он знал о книгах много. Ему даже не всегда необходимо было читать аннотации этих книг, поскольку у него память была великолепная. Культура и образование тоже великолепные. Эти эскизы Александра Винокурова к «Снежной королеве» просто замечательная живопись. Потом наши поездки. Мы в Ленинграде были. Мы были в запасниках Эрмитажа. Мы там смотрели индийское оружие. Эти специфические кинжалы. Это эскизы к «Золотой антилопе» Винокурова. Мы были в Тарту, в Таллине, в Риге, естественно. Для нас это была фактически Европа. Там, значит, мы тоже очень много собрали материалы. Я в основном занимался персонажами. Мы все себе представляли «Снежной королевой» такой холодной, именно женщиной-вамп, которая, так сказать, красавица без души, будем так говорить. Но она красавица, потому что мы себе представляли, что это такое. И вот я искал просто вначале в карандаше, в цвете, и потом вот это вот прием такой, решение такого, как будто бы она высечена из льда. То есть какие-то плоскости, которые членят ее. Там же она состоит буквально из двух-трех цветов. Белый, какой-то мягко-зеленоватый, мягко-голубой, синий. Вот, собственно, и весь арсенал и вся гамма этих цветов. Она и создает колорит такой вот ледяной. И по рисунку она тоже как будто бы высечена из льда. Удивительное царство. Попав туда, ты обо всем забудешь. Холодной льдинкой сделается сердце. Не будет в нем ни радости, ни горя, но лишь покой и холод — это счастье. Вот Атаманов лирик. Он, конечно, лирик. Причем такого вот плана даже вот его искусство, оно мне еще почему, оно даже имеет какие-то элементы женственности. Потому что он любил музыку, он любил музыку такую сентиментальную. И у него это вот было, оно было настолько с ним органично, и это все было настолько его. Я это почувствовала однажды в детстве, когда я увидела «Снежную королеву», и там есть одно место, где вот вдруг вот это кай, кай,
Оно в меня так попало, вот как действительно стеклышко в сердце, в девочку. И меня так поразил этот фильм, как больше никакой мультфильм, ну, в те годы не поражал. И вот я сразу поняла, это вот искусство мне очень близкое. И потому я считаю, что, конечно, Атаманов, помимо того, что он вот художник, он еще художник такой чувственный. И вот это нас очень с ним роднило. Он был мой первый педагог по режиссуре. Я считаю, что с его подачи и с его где-то благословения вот у меня потом получилось, потому что помимо школы человеческой, школы человечности, которую мне преподал Лев Константинович, я еще получила школу творчества и умения работать с людьми. Тогда были, ну, как у нас говорили, АБВ. Это был Атаманов, Бабиченко, Иванов. Вот это три кита, на которых держалась киностудия «Союзмультфильм». Лев Константинович меня пригласил вовсе не на роль балерины, а на роль матросов. И я пришел и сказал: «Лев Константинович, я хочу делать балерину». И он не стал сопротивляться. Я засел за учебник для школы балета, все это изучал, смотрел, как бы пытался научиться танцевать сам. Ну, я перед зеркалом не танцевал, а как в уме, и, значит, сам сочинял эти танцы, сам ставил их. Разумеется, непрофессионально. Помимо своей непосредственной работы над фильмами, Лев Константинович очень много уделял внимания студийным делам. Он был председателем творческой секции студии, устраивал просмотры всяких подпольных фильмов. Ну и помогал, конечно, аниматорам становиться, что называется, режиссерами. В том числе и Анатолию Петрову, и даже Федору Савельевичу Хитруку. Про него легко говорить, потому что это человек, ну, света, доброты, сказки. В нем было и от ребенка, и от мудреца. Он сам верил в чудо. Он верил, что в сказке добро должно победить зло. И как-то содействовал этому, насколько мог. Я иногда думаю про людей, каковы бы они были в другие времена. Я думаю, что он бы в библейские времена мог быть, например, Ноем, который собрал на свой ковчег семью и все живое, чтобы как-то переждать потоп, а потом начать новую жизнь. То есть Лев Константинович понимал, что такое общее дело, ценность этого общего дела. Мы с ним обкатывали этот персонаж, потому что нужно было сделать не только то, чтобы он был там симпатичный, а чтобы его было удобно ворочать. Я же его должен в разных ракурсах показывать. И мы с ним обкатывали персонаж, и мне это было очень приятно. Я был соавтор. Знаете, как это приятно на душе, когда ты соавтор, а не просто исполнитель. Смею думать, что у них и у вас впереди еще много чудесных сказок. Невозможно, конечно, вместить творчество Льва Константиновича Атаманова в такой один короткий фильм. Как жаль. Но фильмы его живут и будут жить. И я надеюсь, вы их будете смотреть и радоваться. Дай Бог здоровья. До свидания.